Омские полицейские проверяют виновных в ДТП с блатной «Волгой». Напомню, на улице Волховстроя водитель машины с административными номерами выехал на встречную полосу и на зебре сбил двух пешеходов. Полиции сообщают, что молодые люди, оказавшиеся на пути автомобиля, отделались испугом. При этом признаков алкогольного опьянения у 56-летнего нарушителя не обнаружено. Да и водительский стаж находившегося за рулем мужчины оказался внушительным – 17 лет. Какой административной структуре принадлежит автомобиль, пока не раскрывается.